Также представители Министерства молодежи встретились со студентами в ДГТУ. Руководитель ведомства рассказал о том, как принять участие в таких проектах, как «Машук», «Территория смыслов», и рассказал, как ведется молодежная политика в республике, о направлениях работы, целях и задачах ведомства на ближайшее время. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы молодежной общественной жизни. Работники министерства призвали студентов активнее участвовать в форумах и мероприятиях, которые организовывает ведомство. Непосредственно начальники отделов и директора ГУ могут сказать, о чем они занимаются, выслушать вопросы, пожелания молодежи, показать, что Министерство по молодежной политике абсолютно открыто, и туда можно приходить с пожеланиями, проектами, предложениями, чем угодно. И также нужно по возможности делать, о чем просит Министерство по молодежной политике.